путем за 35 лет, я сотни операций делала, сотни. Инородные тела, легких, уха, носа, это все наше. Сейчас продолжаю трудиться, но уже на благо родных, помогает растить правнуков. Она ее на руки возьмет, и где-то походят, и в окно посмотрят, и где-то поиграются. Бабушка ночью возвращается, как одеялка на каждый шорох, бабушка всегда рядом. За праздничным столом вся ее семья. Их можно назвать медицинской династией. Младшая дочь Татьяна и зять Анатолий тоже врачи. Старшая Елена стала учителем математики. Мы, конечно, с сестрой очень мечтаем дожить до этих лет. Вот. Ну, я так думаю, что, конечно, это в маминой работоспособности. То есть она работала день и ночь. Таким же был супруг, служивший в органах госбезопасности. Николай Васильев ушел из жизни 25 лет назад. Соратники вдову не забывают, навещают часто. Главное, что она не сидит вот так вот без дела. Значит, мы опираемся на наших ветеранов, в том числе и на Клавдию Демьяновну. Свободное время есть, она пошла в лицей. Я ходила. Выступила там. Активная жизнь, вот секрет ее молодости. Всем присутствующим желает того же, а заодно приглашает и на следующий юбилей. Вера Рудакова, Владислав Зайцев, телекомпания «Украина». Старая!